Актер Владимир Яглыч играет героев сильных и волевых. Парень-то он крепкий. Вот поэтому его партнерша Оксана Домнина боится с ним репетировать сложные прыжки. Несколько дней назад Владимир так разогнался, прыгнул и пробил во льду лунку прямо в метро. Встречайте на льду чемпионка России, чемпионка Европы, чемпионка мира Оксана Домнина и актер театра и кино Владимир Яглыч. Первая программа прошла не совсем гладко. Я вообще помолчу, можно я поплачу? Я запорол красивейший номер. Нет, на самом деле ты еще до того, как упасть, ты забыл, что делать, ну, и дальше ты растерялся. Ну, потерялся, обидно, как-то я прям разозлился даже. Потерялся и поплыл. Поплыл прямо актуально. Завалил объект. Завалил объект. Сейчас новая тема. И мы взяли музыку. Музыку из мультфильма «Бременские музыканты». Не забывай петь, пожалуйста, когда ты упадешь. Представишь, что у тебя гитара в руках. Ночь пройдет. Хоть чем-то надо же скрасить. Конечно, какие-то новые элементы будут. Любому. Насколько это возможно, мы, конечно, постараемся немножко разнообразить наше фигурное катание. Может быть, даже изобретем какой-то, или уже изобрели новый элемент. Живая? Твой кораблик – это уже новый элемент. Все фигуристы будут тебе завидовать. Он даже, по-моему, кататься еще не научился, он выходил и делал кораблик. Во второй программе мы решили его вставить. Все, у меня стресс опять. Ладно. Ничего, вот. Мы готовы к бою. Солнце взойдет, солнце взойдет.
солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Да просто идеальный дуэт. Оксана принцесса, Владимир трубадур, бременские музыканты. Правда, из того мультфильма мне больше нравилась песня охраны. Помните, охрана встает охрана. Но и это просто замечательно. И вообще музыка Геннадия Гладкова просто потрясающая. И хотел бы обратить ваше внимание на кто какой старательный Владимир Яковлевич. Сколько он тренируется и как он резко прибавляет. Какое у него дарование для фигурного катания. Ну, немножко еще нервничал. На перепрыжечки. Да, вторые перепрыжечки. Да. Немножечко потерялся чуть-чуть. Оксана Домнина и Владимир Яглыч. Оценки за технику. 6-0, 6-0, 5-9, 5-8, 5-8. Средний балл 5,90. Оценки за артистизм. 6-0, 6-0, 5-9, 5-8, 5-9. Средний балл 5,92. Общий балл 11,82. Игорь Анатольевич, 5-8, 5-9. Что вам не понравилось? В целом, мне очень понравился номер, и когда вышла Оксана и продемонстрировала, как нужно кататься, то я думал, катайся подольше. Еще, Оксаночка, еще. Вот. Поэтому мне кажется, что, может быть, немножко неправильно был поставлен изначальный выход, что мы сначала увидели профессиональное катание, а потом вышел Владимир, и мы увидели, ну, будем говорить, новичка на льду. Поэтому вот этот контраст мне очень резанул. И второе, наверное, для меня образ трубадура – это такого очень звонкого, очень статного, очень, ну, красивого мужчины. В красоте тебе не откажешь, а вот в сутулости, с которой ты демонстрируешь номер с принцессой, я бы за такого сутулого... Сереж! Тебе тоже так же сутулость не понравилась? Мне вообще, честно говоря, не запомнилось. Вот просто не запомнился номер. Я не могу сказать, что мне не понравился. Нет, он хорошо поставлен, он вроде красивый. Но как-то ровно. Как-то ровно и не вызвал никаких эмоций. И, казалось бы, Владимир, в общем-то, профессиональный актер. Мне казалось, с артистической точки зрения можно было гораздо ярче этот номер выполнить. Спасибо, Сереж. Спасибо. Стас, судя по всему, вам абсолютно все понравилось, поскольку вы поставили наивысший балл. Ну, знаете, я в технике мало что понимаю. Конечно, явно, что не было тройных прыжков. Но у меня в театре идет бременские музыканты. Я дружу с Геной Гладковым, так же, как и Танечка. И мы, в общем-то, воспитывались, и детей наших воспитывали на этом мюзикле детском. И все-таки это же детский мюзикл. Поэтому я не ожидал здесь увидеть какой-то другой образ, чем... Мне показалось, что они выстроили именно то, что, в общем-то, придумано было автором. И вроде не падали, вроде все было достойно. Ну, на мой дилетантский взгляд, с точки зрения техники, тоже все было красиво. Поэтому мне понравилось все. На самом деле я не согласна с мнением некоторых судей, потому что вот этот вот кораблик в пол катка, даже я обзавидовалась, честно скажу. Володь, долго учил? Ну, я с ним пришел, это единственное, что у меня было. Ну, это хорошо, зато теперь можно выучить и наружный кораблик. Оксан, скажи, твой партнер, он хороший ученик или все же иногда на тебя как-то так влияет, и ты сдаешься под его натиском? Нет, нет, он внимательно меня слушает, все делает, старается очень. Поэтому я думаю, что если мы будем почаще тренироваться, то прогресс будет виден больше. Спасибо вам огромное!